30 августа в Баку прибыла группа членов парламентской делегации Греции, гостящие в Советском Союзе по приглашению Верховного Совета СССР. На бакинском аэродроме гостей встречали руководящие работники республики и представители общественности. Глава греческой парламентской делегации Евтаксиас сказал: «Я и мои коллеги, члены парламентской делегации, счастливы, что прибыли на землю Азербайджана, одной из республик Советского Союза». В тот же день гости нанесли визит председателю Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Мирзе Ибрагимову. Мирза Ибрагимов рассказал членам делегации о структуре и деятельности Верховного Совета Азербайджанской ССР. В ответной речи господин Евтаксиас выразил уверенность в том, что обмен делегациями будет помогать укреплению дружбы между народами обеих стран. Беседа проходила в теплой, дружеской обстановке.